Ну что ж, ребята, всем привет, это Белорусская Лига ТТ2, меня зовут Максим, то есть Моника Мелос, и мы будем смотреть сегодня игру команды Спортинг против команды Дно. Ну что ж, не могу сказать, что есть сильные ожидания на эту игру, потому что если Спортинг зарекомендовали себя с сильной стороны, команда они в самом деле хорошая, показывали красивую, классную доту, хорошее исполнение своих комбинаций, то команда Дно, к сожалению, пока не порадовала красивой игрой, но все-таки мы ждем каких-то красивых результатов от этой команды, правда, уже не думаю, что смогут они выйти на лан, хотя, как сказал Андрюха, вдруг какая-нибудь команда откажется от участия на лане, и, собственно, даже эта команда Дно сможет приехать сюда к нам в Гродно и показать, как надо играть в доту. Собственно, но пока у нас спортинги решили забанить себе Андайнга и Баншу. Дно не хотят играть против Дума и Войда. Ну, какие решения будут принимать капитан? А вот Russian Dota 2 криминал решил не отдать, забрать себе Леона, простите. Ну, а спортинги первым же пиком забирают Мирану. Если Леон вот сейчас очень пользуется большой популярностью в профессиональной дота-сцене, да и вообще в папчиках, там, в цемчиках часто его берут, то вот про Мирану то же самое не скажешь, в принципе, про Клокерка тоже. Хотя герои, что и тот, что первый, что второй, весьма полезные. Мирану сейчас очень часто юзают как саппорта, хотя можно увидеть ее и кэрри. Вот Клокерк, если подобрать под него хороших персонажей, тоже может делать грязь. Тот же S4 в свои времена на The International 3 показывал хорошую игру на этом персонаже. Как и Адмирал Бульдогс, тоже в свои лучшие времена. Ну и вот Дно думает над вторым пиком. Не знаю, кого они будут добирать. Может, мидера, может, саппорта. А может, и хардлайнера, как это сделали команда Спортинг. Пока не знаю. Не знаю одно, что кого-то они точно возьмут. Да, ребята, если есть какие-то вопросы, задавайте их, пишите на Твиче, мы иногда будем чекать, смотреть, что вы там хотите узнать, и ответим на каждый из вопросов. А пока Shadow Shaman забирают себе игроки команды Дно. И думают над третьим баном. Насчет расписания на следующую неделю, оно будет уже в группе у нас сегодня. Это будет примерное расписание, если все ребята подтвердят, что данный день, данное время для них удобное, то мы утвердим его на всю неделю. Так что заходите к нам в группу, смотрите, что там, и оставляйте тоже комментарии под нашими постами, чтобы мы знали ваше мнение. Ну вот, спортинги не хотят играть против Тайда, но Бэйна так предполагаемо забанили игроки команды Дно. Бэйна может, не знаю, надеюсь, возможно, сейчас они еще забанят Шатоу Шамана на всякий случай, но нет, не хотят они играть против Копы. Тоже интересное решение, Копа в последнее время набирает у нас популярность, как и в профессиональной доте, так и в любительской, можно сказать. Вот. Не хотят играть против нее команда Дно. Ну и Bristol Back, да, герой не менее популярный, не менее опасный, если так можно сказать, потому что мы видели в последнее время, как игроки его юзали хорошо, и показывали красивую игру, да и в принципе вчера, буквально вчера, челики проиграли команде рандомные, которые брали себе в пике Bristol Back'а. Ну что, пока не знаю, честно, что хотят себе добрать все те или вторые команды. Но, конечно, возможно, спортинги возьмут себе того же Shadow Shaman, может, это будет Мирана Саппорт, тогда уже, я не знаю, просто будет бегать ровнить по линиям. Вот аппараты забирают себе Дэмэджер, хочет очень увидеть у себя в пике этого персонажа. Ну вот Дно будут добирать, может это будет какой-то пуш, они сейчас заберут Люкана просто и будут идти давить. Кто знает, ребята. Во всяком случае, мы это выясним буквально через несколько минут. А пока для зрителей я напоминаю, что 21-22 февраля у нас в Галактике будет проходить лан-финал первой белорусской лиги по Dota 2, поэтому приходите, смотрите за Дотой, у нас будет работать бар.
Повесим большой экран. Пиво также можете купить. Так что приходите, наслаждайтесь красивой водой. Также будут приятные призы от наших спонсоров. Кстати, один из наших спонсоров — это магазин Шмотка Бай. Шмотка Бай — это одежда от мировых брендов по доступным ценам. Так что заходите к ним в группу. Ссылочка на группу есть у нас, есть в нашей группе. Приходите к ним и выбирайте себе вещи на свой вкус. Также мы хотим сказать спасибо магазину Iron Gaming, которые также предоставили призы для участников нашей лиги. Также ссылочку на этот магазин вы можете найти у нас в группе. Ну а теперь, тем не менее, пока немножко я отвлекся от пиков, Эмбер Спирита решили забрать себе игроки команды Дно. Кстати, вроде бы это первый Эмбер, которого мы видим на этой лиге. По крайней мере, я ни разу не комментировал с участием Эмбер Спирита. Ну вот, посмотрим, что покажет сегодня команда Дно на этом персонаже. Так, я периодически, ребята, буду заходить, смотреть, пишут ли мне что-нибудь. Кто-нибудь из вас? Если честно, интересный пик Эмбер Спирита, хотя классный мидер и кэрри, тем не менее, тоже очень хороший. Возможно, сейчас он пойдет в мид, как мы знаем, на мид-линии против Паку будет стоять против него весьма-весьма сложно. Скорее всего, Эмбер должен его унижать. И вот антимаг, кстати, это вроде бы и первый антимаг у нас на нашей лиге, тоже я его не припоминаю. Вот вроде бы Дно сейчас взяли тех трех героев, которых я еще ни разу не видел у нас на лиге. На лиге это Shadow Shaman, это Эмбер, это антимаг. Ну вот посмотрим, смогут ли вырвать у нас Дно первую победу в этой лиге. Для Спортинг не та команда, у которой вырвать победу легко, но все может быть. Все-таки Спортинг сейчас после своего поражения. Не думаю, что у них, конечно, есть сильная минус-мораль. Все-таки проиграли они Челикам. Челики — команда очень сильная, достойная внимания. Поэтому должны ребята были подсобраться, сделать работу над ошибками и просто идти дальше. Кстати, интересные баны, что первой, что второй команды. Против Бруды не хотят играть команда Дно, а Свен решили против Бруды, простите, не хотят играть команда Спортинг. Одно решили забанить Свена. Ну и вот над последним пиком уже думает у нас Дэмэджер что-то он хочет забрать себе. Аппарат есть у нас Мирана. Мирана, скорее всего, не кэрри. Кто знает, кто поймет этих дотеров. Ну, я надеюсь, что Мирана не кэрри, потому что с антимагом едва ли она сможет сфигаться в лейте, да тем более Эмбер Спирит. Но лейт потенциал очень силен у команды Дно. Куда ни глянь, на какого героя в лейте они могут творить глаз. Грязь и лайфстилер у нас появляется пятым пиком у команды Спортинг. Вау! Ну, сильно, потому что лайфстилера я вообще не помню, когда видел, в принципе, в профессиональной доте, да и на лиге. Может, он на лиге у нас уже был, но я его не помню. Скорее всего, либо я не комментировал эту игру, либо просто не помню. Ну и Никса забирает себе игроки команды Дно. Это Никс, который пойдет фармить в сложной линии. Популярные герои где-то год назад, помнится, постоянно брали Никса стоять в хард. Тот же Мак на Старладере 8 сезон это был или какой? Да, скорее всего, 8. Показывал нам красивую доту на этом герое. И пока давайте пройдемся по персонажам. Russian Dota 2 Криминал играет у нас на Эмбер Спирите, Гусь играет у нас на Снеки Никсоксательный, Мич играет у нас на Шадоу Шамане, Джумор играет у нас на Леоне, и Фокс играет у нас на кэрри антимаге. Это команда Дно, ребята, команда, у которой пока нет ни одной победы, но мы, как уже говорил, мы желаем только им успехов, и поэтому надеемся, что они нам покажут, как надо играть. Ну а пока команда Спортинг. Дэмэджер, капитан команды, играет у нас на Клокроке. Ябеда у нас играет на соло мид паке.
Подожди, дружище, а где ты? Где этот пак? Да, пак здесь. На соло мидпаке. Так, Рорчич играет у нас на саппортящем. На саппортящем Миране. Вобла у нас играет на Ancient Apparition. И Растамания играет у нас на Лайф Стиллере. Ну, Лайфстиллер тоже в последнее время стал довольно-таки сильным героем. Ну, хотя, как сильно. Красиво сделали, классно ему инфест. Теперь он может забираться в крипа, то ли своего, то ли чужого. Ну и вот, начинается у нас замес на руне. Здесь промахнулся, правда, стрелой у нас Рорчич. Ну и все, и просто Эмбер Спирит сюда уходит, потеряв немножко хп. Ну, Растамания с ним просто разменялся. По хп, в принципе, не так он много потерял, как Эмбер Спирит. Так, ребята, извиняюсь, я за небольшую техническую неполадку пришлось тут немножко разобраться с микрофоном. Так, ну как мы и говорили, гусь у нас идет сложную. Будет стоять против Растамании, против Роршака и против Вобла. Ну, здесь Вобла не должен подпускать гуся, в принципе, к крипочкам. Ну что, ребята, кстати, по пику. Пик команды дно очень сильный. Другое дело, как они его будут реализовывать. Получится ли у них это хорошо сделать или нет, я не знаю. Но будем следить за дотой на ваших экранах. Ну, Джек Дэмэджер уже вот получил почти второй левел. У него качал батарейки, правильно сделал. Но гусь здесь 100 экспириенса буквально не хватает ему также до второго левела. Так, я очень постараюсь не пропустить First Blood, но криминал вот схватил фистами у нас. Не фистами, простите. Словил он, зацепил у нас ябеду, поджег его немножко щитом, но фраг ему сделать не удалось, просто не хватает дэмэджа пока. Ну вот дэмэджер у нас получает уже второй левел. Второго левела у нас также антимаг, первого левела еще Леон. Но гусь до сих пор также первого левела не получается у него подойти к крипочкам, чтобы заполучить немножко экспы. Давайте пока посмотрим по смокам, есть ли они у кого-нибудь из игроков той или другой команды, но я вижу, что команда дно. Не приобрели они смоки, чтобы выходить на своего оппонента. Вот что же скажут нам игроки. А, вот, в смоке у нас уже стоит Рорчич. Рорчич стоит у нас в смоке. А, классный Ара, он попадает в криминала, и криминал сейчас должен умирать. Ябеда кинул Сайленс, и это First Blood для игрока команды СНГ Бай. Ябеда сейчас очень, думаю, доволен, да, и в принципе... Рорчич тоже должен быть доволен. Рорчарх. Точнее, простите, друзья. Могу иногда ошибаться. Ну а гусь здесь остался наедине с Лайфстиллером. Сейчас гусь получает свой заветную экспу. Но пока Клокерка у нас убивали на боте. В принципе, я успел заметить, как его здесь словили. Далеко он зашел, конечно. Кстати, антимаг забирает фраг. Да, антимаг забирает фраг. Ну, как-то не могу понять, каким образом здесь оказался Клокер, почему он позволил себе так далеко уйти. Видимо, немножко недооценил свои способности. Кстати, классно фармит у нас Фокс, 17-0 у него крипстат, 16-8 у нас Растамани, ну... Фокс решил не концентрироваться на деная крипов. Ну вот тут, кстати, криминала пытаясь принять в очередной раз, но промазал Арова у нас Роршерх. И поэтому фраг сделать не удалось. Так, давайте пройдемся по вижену. Что у нас видят игроки команды дно? Игроки команды дно у нас видят руну. Руну на боте только и больше пока ничего не видят. Вот игроки... Так. Что у нас здесь? Пока ничего. Тишина на карте, ребята.
Криминал, что везешь ты уже себе свой ботл, дружище, или нет? Да, привез он уже себе наконец-то ботл, и теперь будет чуть комфортнее стоять на этой линии. Мирана пока держит руну дабл дэмэджа для своего мидера. Для Ябеда. Ну а дэмэджер здесь стоит против Фокса и получает левел. В принципе, стоит он далеко под тавером. Линия спушилась очень хорошо, и теперь он. Теперь ему не страшно, что его могут поймать. Но Мич решил подойти и немножко прогнать своего соперника. Но тот. Но Клокер понимает, что Мич, в принципе, ему не особо ничего здесь не сделает. Но Ябеда пока хочет развести на реген у нас игрока команды. Дно Russian Криминала. Здесь. Значит, вот, кстати, Дримкоилом подцепили у нас Криминала. Будет ли Роршак бросать Ару? Ару, ну, Ару, дружище, Ару. Нет, Ару, он промазал в Криминал. Но Криминал здесь все равно умирает. Мирана забирает себе фраг. Ну и Роршак здесь тоже может умереть. Нет, нет, нет. Союза. Вернее, переагился от тавера на крипов, и Роршак здесь выживает. Но Гуся у нас тем временем на боте на топе еще убирает. Убивает Вобла вместе с Растаманием. И это третий фраг в копилку игроков команды Sporting Buy. Так, пока зафиксировали у нас только фраг на топе, когда умерла Стиллер. А пока, кстати, пятый левел еще у Клоперка. Что у нас по левелу у Никса? А, Гусь до сих пор третьего левела. Вот тут у него небольшой... Тут такие небольшой провал у игроков команды, но... А Ябеда забирает руну богатства и возвращается обратно на мид-линию. Ну вот тут Криминала пока не очень все хорошо. 10 на 2 у него крипстат, в отличие от Пака, у которого крипстат 29 на 7. Я лично думал, что, по идее, все должно быть наоборот. Как раз Гусь здесь подцепил. Он Найс Лайстиллер, но Лайстиллер такой говорит, не, ничего страшного, брать у него, я просто... Гусь просто спрятался обратно в крипов и ушел под свой тавр. Так, хорошо. Ну, пока нету никаких таких значимых мувов на этой карте. Фокс пока до сих пор бегает пятого левела. Как-то слишком близко к нему стоят его тиммейты. Я не думаю, что это одно из самых правильных решений. Бывает такое. Вот единственное, чисто я не могу понять, как Криминал умудрился проиграть мид-линию Ябеди. С одной стороны, да, когда он словил Ару от Мираны, это можно понять. Другое дело... Другое дело, когда он умер чуть ли не в соло от этого, от Пака, и с таким, так жестко проиграть ему линию. Криминал должен был напрягать у нас своего... Кстати, вгрызлись гуся, боже, пропустил я очередной раз фраг, но в область опять Растамании просто вытечек забирает вот аж здесь. Никс Ассасина. Помигали у нас на курьера, вот Рорч видит курьера, но не хватает дэмэджа у него, чтобы его подпилить, ну-ну-ну, еще парочку ударов, но нет, кура здесь уходит, кстати, а я здесь даже не контрили, словно неделю, нет, вот уже все-таки команда дно заметила, что за ихним курьером охотится, и, кстати, Ару залетел в Леона, и сейчас уже в этот дэмэджер сейчас поставит батарейки, включит ли он, поставит коги, простите, включит батарейки, поставит коги, а нет, не было у него просто маны на все это, ну, все равно, изи фраг и для игроков команды Sporting. Ну, 344 по опыта они заработали. Ну, а Ябеда пока стоит в миде, тоже добивает крипочков. Есть у него Dreamcoil, наверное, не уйдет он с этой линии, пока не получится таки свой заветный дагер. Ну, а у Гуся дела идут совсем нехорошо. Умер он уже два раза, 3-0 у него крипстат. Вот сейчас он пропустил очередного крипочка, ну вот уже четвертый, нет, молодец Гусь. Гусь фармит, и хочет он получить вендетту, чтобы реализовывать какие-то фраги. Реализовывать какие фраги на карте. Ну да, опять у нас убили Эмбера в миде. Далеко он зашел, не понимаю, куда он рвался. Что вот здесь, давайте посмотрим, что было вкастовано. Но у нас было вкастовано Chains. У нас он влетел просто, поджегся. Но, видимо, не на того набросился. Поздно он только это понял. Ну вот Гусь у нас стоит весьма небезопасно. Мирана сейчас смотрит в сторону. Наверное, бросили Ару у нас. Но в Гуся вот сейчас не будет. Нет, Растамания не будет врезаться. Не будет он врезаться. Ну и будут забирать они тавер на топе. Скорее всего, у них это получится. А уже дагер, кстати, вынес у нас Ябеда для себя. Ну вот, начинает потихоньку добирать свои артефакты игроки команды Sporting. Плюс еще тавер сейчас на топе упадет, и уже будут дела идти куда лучше у них. Ну вот, делает у нас ТП на топ Эмбер Спирит.
Ну, еще, дружище, будешь срываться, но нету ничего у нас у гуся еще. Ну вот, Рошин, тут два криминала включил, у нас щиточек идет просто гонять Гуля. Но он, наверное, не понимает, что если Гуля развернется вместе с кем-то, вместе с аппаратом, да еще и Пак идет сюда на топ. Ну пока Пак, 8 секунд обождет, конечно, когда у него откатится Дримкойл. И вернется давать по щам сопернику. Так. Единственный большой плюс для игроков команды Дно, что антимаг фармит. У антимага уже есть Клоумор, есть у него персик, и в принципе в скором времени он может уже получить свой заветный Battle Fury и сможет врываться. Ну а Клокер тем временем промахнулся хуком. Светил он меча. Если бы влетел, то меч бы, конечно, умер. Но нет, так не произошло. Кстати, гуся у нас ворвали. Здесь Russian Dota 2 крими... Ой, Растамания словил его просто через рейдж, через Open Votes. Ну и здесь еще, кстати, находит Russian Dota 2 криминал. Это будет второй враг для игроков команды Sporting. Как-то пытался себя подсейвить у нас Russian Dota 2 криминал, но нет, не хватило у него просто на это сил. Ну и как раз Russian Dota 2 криминал забирают себе Tower в таверню. Отлично, отлично. Отличное исполнение у игроков команды Sporting. Они забрали двух героев, забрали себе еще и тауэр-копилку. Ну, идет все у них просто все как по маслу. Дьюмор у нас словил Ару, и демеджеры пытаются убить антимаг. Здесь, скорее всего, мановойд сейчас должен дать. Нет, не успел кастовать он мановойд. Пак ставил дримкойл, но антимаг здесь ушел, но умирают. У нас еще два игрока, и Фокс здесь тоже умирает. Там минус 3 для игроков команды Sporting Buy. Хорошо. И гусь у нас в очередной раз умирает на топе. И сейчас Растамания здесь тоже умрет. У него, кстати, нет, у него не... Что, у него не было... Не было у него никакого стрика, я не понимаю. Ну вот зацепил еще воблу. У нас Russian 2, Dota 2 криминал. И забирает фраг на изи. На изи. Так далеко зашел у нас лайфстиллер. Пытался он... Сбрили они, конечно, гуся, но вот гуся сейчас все чрезвычайно плохо. У него нету ни левела, у него нету ничего. Вот летит он на бот, хочет он, наверное, кого-то споймать. А кого-то здесь против него споймаешь. Мирана уйдет. У Мираны есть лип у нее, есть ара у нее, есть Moon Knight Shadow. Сейчас Мирана может даже как-то реализовать. Ну, вот наконец-то Лайсилер купил себе уже армлет и смещается на бот. Линия, наверное, будет пытаться забирать еще тавер на боте. Ну вот, ульт аппарата влетает. А куда, кстати, он полетел? Ну, промахнулся немножко ультом. Russian Dota Растамания у нас включил рейндж, начинает убивать Мича. Поймали у нас Юмора, демеджер его поставил батарейки, но здесь Юмор тоже, Леон здесь у нас тоже умер. И умер у нас Мич. Такое, кстати, непонятно был вкастован. Непонятно лично для меня, почему был вкастован Moon Knight Shadow. Видимо, немножко ребята не скоординировали свои действия. Radiant structures are fortified. Ну вот Фокс, дружище, Фокс умер только один раз, сейчас у него уже осталось буквально 50 голды для Клоумора, и уже, ой, не для Клоумора, для того, чтобы докупить все-таки себе Battle Fury, Бросфит, да, и теперь он фарм у него пойдет чуть лучше, ну, конечно, если бы еще были стаки в лесу, то уже все бы шло как по маслу, но пока нет, пока ничего. Но нету у криминала ничего, вот я бы допрыгнул, поставил дримкойл и промазал у нас Роршах, у нас промазал Арво и дримкойл, ой, боже, не дримкойл. Демеджер включил батарейки, словил у нас он юмора, ну и здесь, здесь опять делает минус 3 на еще команды Sporting. Гусь у нас ходит в Вендетте, но гусь понимает, гусь парень умный, что если сейчас он на кого-нибудь сагрится, то это будет просто изи. Изи фраг для кого-нибудь из команды Sporting. Что у антимага? Антимаг уже купил себя Battle Fury, сейчас ходит по лесам, забирает нейтральщиков. Ну, кстати, по хп нейтральщики-то с ним размениваются неплохо. Но Фокс. Фокса топовый крипстат. Панфорс, давайте посмотрим. Фокса 5200. Ну, 5200 такое пока что. Вот Мирана Роршарх. Ходит, преследует антимага. Кинул ару. Ну, да, Фокс чуть-чуть он не долетел.
Ну и что Растаманию? Растаманию уже есть как-никак армлет, сейчас он будет выходить, может, в Кирасу, может, барабаны, посмотрим, кстати, что там по барабану, никто, скорее всего, не. Клокер может собрать их. Нет, Клокер решил сразу выйти в Бладмейл. Ну да, не очень пока хорошо дела идут у игроков команды Дно, вот 14 тысяч по XP. 14 тысяч, простите, по голде они проигрывают. Юмор у нас ловит Ару, и сейчас Ябеда должен его пробивать. Станчик дал кентавр, Гуля-то вылезет, и из него нет. Гуля решила просто не выходить, аппарат кинул ульт. Меча здесь у нас поймали в Дримкойл. Прыгнул у нас дальше Ябеда, пытается кого-то зацепить, но не получается. Криминала сейчас должны ловить, Гуля сейчас лайфстил кинет в него. Нет, опен ваунс, нет, опен ваунс он не бросал. Ну и Гусь здесь ходит в Вендетте, но убил он Ябеду, хорошо, но сейчас Гуся самого могут принимать. Кстати, Растамания у нас убил Russian Dota 2 криминала, и Гусь здесь тоже умирает. Это минус 4 для игроков команды Sporting Buy. Браво, браво. Так, ребята, я иногда чекаю то, что вы пишете здесь на Твиче. Какой комментарий, какой именно ник я не прочитал, вроде Роршаха мне в основном говорили здесь, что с ним у меня была ошибка. Стараюсь считать как правильно, да. Извините, конечно, если что-то идет не так, да, у меня не всегда я правильно называю ники, да, иногда немножко менее эмоционально, но все-таки я стараюсь что-то делать, так что, ну, мы учимся, как я уже говорил, все-таки нужно какое-то время. Не все люди, которых сейчас считают топовыми комментаторами, они не начинали с того, что они были уже великими. Вилата в первое время, я помню, очень сильно набили, говорили, да кто он такой, а Каспер, когда появился, это было вообще... Черт знает что, чуть ли не каждый комментарий на ProDota был. Уберите этого чувака с кадра, но все-таки теперь мы не можем представить профессиональную Dota 2 сцену без него. Ну и в пятером на топе игроки команды СНГ Бай. Ну вот у нас прожал Рейдж, Растамания врезается. Он вот Джуниора и... О, боже, какого Джуниора? Леона. Ну, Гуся у нас поймали, здесь тоже Дэмэджер у нас продолжал Бладмейл, а нет, не Гуся, простите, у нас сбрили Эмбер Спирита, ну, Гусь здесь тоже не должен уходить, вот через пару секунд откатится Open Wounds, но прыгнул у нас на Даггере Ябеда и забирают еще раз Гуся на топе. Все. Едва ли Антимакс может каким-то образом наверстать упущенное и как-то вернуть игру в свое русло. Вот уже пишет Бети Бараки Dota 2 криминал. Ну, я не понимаю, это же ребята все-таки не CM. В поиске вы можете написать ГГ, и игра закончится. И игра закончится, так что можно не тянуть, если вы просто не хотите здесь играть. Вот Ябеда прыгнул у нас на Фокса, прожал Сайленсер, еще у нас на всякий случай кинул догон, но здесь все-таки уходит Фокс. На лол хп, конечно, 99 хп у него осталось. Вот мигают, знают, где он находится, и ракетку кинул у нас Клокер, но нет, Фокс все-таки на блинке уходит дальше, и будут ли его преследовать? Вот Растамания идет дальше за Фоксом. Ну вот Растамания включил Рейдж, Гуля убивает Юмора. И все. Еще криминал должен словить у нас Ару, отсюда его не отпустит, кинул ульт, аппарат, да, ультом попадает, еще дальше преследует Мича, Ябеда сейчас прыгнет, но нет, даже не стал прыгать, просто добили у нас Мича, игроки команды Sporting. Ну, 28-5 уже звучит, в принципе, как приговор, Гусь сейчас идет, но попытается набить Растамания, но нет, Растамания просто через крипов восстановил себе все свое хп. Да, ребята, я пока напомню, что те игроки, которые занимают 4 места на нашей лиге, получают право участвовать на ней на следующей бесплатно. Ну и плюс ко всему, участники, которые заняли 3-е, 2-е и 1-е место, получат денежные призы. Смысл есть побороться, но 10 уже игроки, которые... Не все, кто приедут к нам на лигу, получат памятные призы. Мы сделаем фотографии с участниками лиги, как-никак команда. На память все-таки будет приятно сказать, что вот смотрите, куда-то приезжал. Да и в принципе сам смысл того, что вы приедете, поучаствуете, поживете в Гродно. Кто не был в Гродно, посмотрит, что это за город. Город красивый, вам очень понравится. Ну, Фокс
Фокса у нас ловили, но нет, уходит он на блинке. Клокверк закрыл, закрыл в хоках, но здесь поставил еще раз Ябеда. Дримкол, криминал у нас ловил Ару и вгрызается в него Гуля. И просто два удара для того, понадобилось ему для того, чтобы сбрить Дота 2 криминала. И юмор у нас бросил еще Коля, но не хватает у него дэмэджа. И тоже он умирает. Да. Да. Пока такое. Ну, не знаю, почему одно так не очень хорошо пошло. Пошла игра. В принципе, когда они начинали, их первая игра была против команды Челики. Конечно, может, Челики там набрали не особо хороший пик, пока Мич умирает, я потом расскажу. Ну вот Мич умирает, Фокс у нас грызается в Растаманию, но Фокс сейчас может просто умереть, нет, Фокс еще живой. Растамания грызается у нас Гуся, и Гусь умирает буквально с двух ударов. Дэмэджер у нас... В дэмэджере сидит у нас Растамания, но и дэмэджер забирает. Растамания вылез из него, это еще один фраг для игроков команды Sporting Buy. Ну вот Аегис есть у Растамани, у него есть рапира как-никак. Ну, парочка ударов еще, если будет какой-то фиксирующий, дополнительный фиксирующий спелл для, для игроков, то просто будет грязь на этой карте. Ну, допустим, если соберет он Абасалдой. Так, забирают они уже бараки. На, в миде. Ну, это... Конечно, это ГГ, но почему-то дно решили. Нет, ребята, давайте мы пока писать ГГ не будем. Ну вот я беда прыгнул, поставил Dreamcoil у нас на Russian Dota 2 криминала, дал у нас он... Фокса сплавили тоже, Blackmail, ее очень быстро сбили, у нас, боже, сегодня за сумбур происходит, Мич здесь тоже должен умереть сейчас на карте, и Юмор дал Хексик на всякий случай, но все равно умрет. Это минус 5 размен в одного пака, пака вроде дали палец смерти, вот сейчас будет... Сейчас будет палец рекап, посмотрим, что здесь произошло. Так, палец смерти, да, а, не было видно, в кого он заюзал, но, кстати, по всему такому миллион внес больше всего дэмэджа в этот замес. Но делают 3 байбека игроки, у команды Но, видимо, хотят восстановить как-то равновесие на этой карте. Вот Растамания поймали, зафиксировали его, и, ну, это просто выбили Аегис. Ну и что, сейчас он прожмет рейдж, прожмет и начнет варить грасс. Ну вот, прожал он рейдж, прожал Open Mouse на Мича, и с одного удара просто под минус армором сбрили Мича, и все, это минус Мич, который делал байбек, не знаю для чего. Ну, поставил змейком, конечно, не дал он не упасть, да, это хорошо, но едва ли это, этого хватит. Вот сейчас дэмэджера могут ловить, Russian Dota 2 криминал словил его фисты, подцепил, ну, Фокс дал мана Void и должен здесь умирать у нас, умер у нас, конечно, Russian Dota, ой, боже, какой Russian Dota 2 криминал, дэмэджер умер у нас здесь, но все-таки еще забрали Russian Dota 2 криминала. Ну, подрапирован, развалится через с двух тычек. Растамания здесь не отпускает. Ну, Роршах собрал себе уже дезлоратор, скоро у него будет. Ну, все очень хорошо идет у этого игрока, я думаю, он доволен тем, что у него есть. Думаю, Фокс недоволен своими артефактами. Вот Владмир, он пытается вывести, но едва ли Владмир ему здесь чем-то поможет. Ему надо бегать по карте, фармить, хотя, конечно, Владмир будет давать какой-то плюс по фарму на этой карте. Ну, переостановились пока у нас игроки. Не забрали бараки. Игроки команды Sporting, кстати, а что у нас? А, Ганим уже появился, похоже, давно у Клокерка. Сейчас может по КД врываться на кого-то из команды Дно. Ну, Фокс, Фокс, еще. Ну, а Ганим уже у аппарата. Фокс, конечно, тянет как-то эту игру. 8400 у него крипта... О, 8400 у него нетворс. Первый нетворс из своей команды. Пока все не очень хорошо у Мича. Вернее, не пока, а вообще сейчас все не очень хорошо у Мича. Ну, Фокса не видят. Фокса не видят, да, игроки команды спортят. Ну вот я беда прыгнул на него, не успел он его подцепить Dreamcoil. Не успел дать сайленса, Фокс просто сюда ушел. Ну вот нету совсем виженного команды Дно на карте соперника. Ну, команды, в принципе, если не спортим, тоже нету сильного вижена на карте. Кстати, Никс прожал где-то Вендетту у нас. Да, прожал он Вендетту, но просто для того, чтобы как-то подсейвить. Как-то его не зацепили здесь. Но идет дальше, наверное, хочет кого-то словить. Но если он словит Растаманию, то для него же это будет хуже. А вот Гусь может попытаться словить Склокерка, у которого есть Бладмейл, но едва ли это им без помощи тиммейтов что-то получится. Но вот Вендетта у него закончится очень скоро. Вот дэмэджер он подцепил, но не смог подкопать. Дэмэджер поставил на скоке, начинает, прожал батарейки. Гусь здесь тоже умирает. Умирает у нас еще и Russian Dota 2 криминал. Выжил только один Фокс, который даже, в принципе, не успел перебежать на место. Ну, Клокер словил его на хуке, и сейчас... Нет. Фокс просто уходит, но еще действует культ аппарата.
подгоним, он будет еще действовать некоторое время, но Фокс должен выжить здесь. Ну, грызут, грызут Фокса. Ну. А, и Фокс умирает тоже, это пятый фраг для игроков. Ну, минус 5 для игроков команды Спортинг. Без Лорета появился у Роршаха. И... Ну, все, это уже грязь на карте, как просто сумбур происходит. У Ябеды уже Макшен Эндагон. Ну, сейчас просто пока пойти забрать еще Т3 Тауэр на топе, линию, чтобы были много крипы. Ну, Скади вот появилась у Лайфстилера. Такое. Ну, Тауэр разваливается очень быстро, бараки также упадут очень быстро, но фисты у нас тут кинул Russian Dota 2 Криминал, чтобы тут его сильно просто, наверное, по приколу. Ну и меча забирает с Дагона у нас пак. Кстати, засидели у нас гуся, и Растамани забирает его с 3000. Ну все. Можно писать спокойно ГГ, не знаю, почему команда не тянет, может просто еще хотят пофаниться или что. Ну вот Флокер прожал у нас. О, прыгнул у нас на хуке, словил он, зацепил он двоих, или троих, не знаю, кого, не заметил скольких, ну вот. В общем, живых остался только один Фокс, который блинкнулся к себе на базу. Мега крипы уже есть, у игроков команды Спортинг, это будет в любом случае ГГ, только почему-то пока тянут с написанием двух заветных букв игроки. Ну, несите бараки уже, спорт, ничего, тянется. Еще глиф на всякий случай прожали игроки, ну, словно для них есть какая-то надежда в этой карте. Нет, надежды нет. Ну вот, гусь прожимает Виндетту, Фокса словили, кинул на него пак Сайленс, ну и Гуля просто не отпускает его отсюда. У Лайсилера Криста 17-1, но Клокер вот прыгнул в кого... А, нет, никого он не прыгнул. Прыгнул от своих же крипов. Просто у тебя под фонтаном стоят эти команды. Но вот гусь, то есть тоже очень быстро умирает. Но Леон на всякий случай подкопал Растаманию. Здесь Клокер прыгнул, дал палец смерти в Леон кого-то, но это не возымело никакого-то действия. И Растамания с одного удара забирает у нас Леона прямо у него под фонтаном. Это КГ. Да, как. Ничего не поменялось, но не смогли вытянуть ситуацию на карте. Да и, в принципе, пока свое положение в турнирной таблице они изменить тоже не смогли. Так, ребята, пока у нас перерыв, и вроде бы последняя карта сегодняшнего игрового дня, это будет команда Челики против Golden Force. Мы ее будем стримить, думаю, и вы, и я очень хотите посмотреть эту игру, поэтому оставайтесь на нашем канале. Увидимся буквально через некоторое время.